В Минске прошло заседание Межгосударственного совета СНГ по чрезвычайным ситуациям. Характер нештатных и чрезвычайных происшествий с каждым годом сложнее. Спасатели осваивают новые высокие технологии. Если разработка и методик больше занимаются в России, то реализации в нашей стране. МЧС Беларуси является базовой организацией стран-участников СНГ в области подготовки кадров. Наша площадка сегодня является базовой для государств, и практически все участники сегодняшнего мероприятия, их специалисты проходят подготовку на нашей площадке, в нашем университете и непосредственно на нашем полигоне. Новые технологии спасатели отработают совсем скоро. На учениях в Казахстане готовятся и учения вне СНГ этой осенью в Сербии.